Доброго тебе времени суток, с тобой Артём с канала Артёмов. Продолжаем играть в Барби Секретный Агент. Мы остановились на том, что нам теперь нужно в Египет, короче, прикинь, отправляться, чтобы выяснить, куда же пропало всякое крутое, блин, вот это белье, вот эти одежды, кто украл невидимую краску или что там происходит вообще. В общем, полное прохождение по плейлисту, который находится в описании, и там другие разные Барби еще есть, например, на ранчо и еще что-то там. Что еще хотел сказать? Лайк ставь, да погнали. Как мой костюм одеть? Да, о, это что, типа, египетский костюм и ничего себе не очень похоже. Давай вот этот. Вот что-то, мне кажется, больше на какие-то славянские мотивы похоже. Не, как думаешь? Какой тебе наряд из трех больше понравился, а? Отправляемся, смотри, летим в Египет. Ляна, спускаемся, как всегда, на верблюде, потом катимся, балдеж. Опа, ля, ну реально Египет, чувствуете? Вот это... Барби, посмотри на все эти прекрасные вещи. Да. Но нам нужно идти, мы должны разрешить загадку. Ля, люди тут даже есть. Вот этот запах песка и жженой плоти из-за солнца. Вообще балдеж. Яблоко? Нет, спасибо, наверное, в другой раз. Да, не, наверное, нет. Я на диете, я не ем яблоки. Я ем сало. Ха-ха-ха! Извиняюсь. Так, а вы что тут стоите, дряхлая, дырявая женщина? Вам кто-то пузо пробил, кто-то туда разместил игрушки для взрослых, судя по силуэту, очень странному. А, нет, одежду? Не похоже. Спасибо. Какая-то молния ее ударила. Если вы ищете информацию, возможно, вы захотите поговорить с владельцем корта. Спасибо за совет. Спасибо, мадемуазель, спасибо, блин. Че, продаете плитку? Так, а куда? Сюда пойдем или туда? Ну давай сюда сначала пойдем. Нужно поискать еще. Ладно, ладно, уговорила Барби Ей. Ты меня, Барби Ей, уговорила. Тут, ну-ка, что продают у нас? Ковры, да? Во, султан какой-то крутой. Может, сейчас выйду замуж? Буду богачка египетская, нет? Султаны есть в Египте? Вообще не знаю. Ну, похож. Веселый молочник. Как поживаете? Пришли на рынок за хорошей покупкой? Да. Но я на самом деле ищу информацию. Что-то странное случалось на рынке в последнее время. Давай, дед, не стесняйся, высказывай. Странно, что вы спрашиваете. Недавно странная группа покупала тут много редких ингредиентов. Так, какие ингредиенты? О редком растении. Это что? Должно быть как-то связано с неизвестными элементами. Ну, они старались прикрыть лица и говорили шепотом. Я не мог им помочь. У меня не было древних растений, которые они искали. Есть секретные ингредиенты, ребят! Это вы так, чтобы меня никто не узнал! Нет, но есть догадка, что они пытаются сделать магическую одежду. В наши-то времена, можете себе такое представить? Магическую, они согласен. Они сказали, что хотят сделать с этими редкими растениями. Барби, не оборачивайся быстро. Барби. Группа прямо вон там. Это они, это они? Вот эти вот? Шептуны, которые мне скрывают кажется, свои лица? Лучше я проследую за ними. Хорошо, что у меня с собой маскировочный костюм. Во-во, вот этот, Адидас, да, ты имеешь в виду? С удовольствием, Барби. Давай, мужик, спасибо. А что он продавал? Маскировочный костюм. Да, маскировочный, вообще балдеж. Давай, чтобы вот такой вот, вот, отлично, фиолетовый. Так, перед дедом прям переоделась. Ты нормальный, ты спецагент или, ну, что ты вообще? Ты адекватная, ты можешь двигаться адекватно. Не, ну ты нормально, там дед дверь покупал, продавал, точнее. Что-то у него дверь, причем дверь в свой магазин он продавал. Так, ну давай, в таком прикиде они у меня не узнают. Это Кларк Кент, который одевает очки, и никто уже не понимает, кто это такой. Это Кристи. Хей, Кристи, это Барби. О, привет, лысая. Я только что выяснила кое-что очень странное. Три таинственных человека покупали редкие ингредиенты. Так, так. Так. Ты видела их близко? Видела их близко? Нет, еще нет. Я собираюсь проверить все места, где они останавливались. Надеюсь, они оставили улики. Хорошо, Барби, поговорим позже. Мы сейчас проверим все улики. Почему ты используешь свои розовые очки на каждом месте остановки? Ты можешь найти важные улики. Да? Моими розовыми очками ты имеешь в виду, которые лежат у меня в сумочке? Сейчас мы проверим, что это за розовые такие очки. Так, ого, то там Джафар стоит, надо смотри. Надо последовать за ним. Ля-ля, Джафарик. Кто любит мультик Аладдин, а? Обожаю. Да мне даже фильм с Уилл Смитом, в принципе, зашел. Ничего такое, в принципе, пересняли просто. Ну, нужно убедиться, что нас не видят. Чуть-чуть подредактировали, но в целом то же самое, что в мультике. Нужно перебраться туда. Согласен, я с тобой на все 100% согласен. Барби, я... Фарви, как этот говорит. Так, у меня есть розовые очки. О, далеко, далеко. Так, понял, как выйти? Как выйти? Я понял, что далеко, а вот как выйти? А, все, понял. Так, опа,
Опа, а прыгать когда будем, Барби? Никто не угадает, что это мы. Никто нас не сможет распознать. Я как ниндзя. Я прячусь в темноте. Мои странные розовые штуки и звездочки, выделяющиеся из рук. Это пыль в глаза Интересно, преступнику. Что они хотят? Джафар суперслепошарый какой-то попался. Нормальный чел, чисто. Так, блин, да там Гроув Стрит с баласами договаривается. О новой партии странных белых пакетиков и угнанных тачек. Нет? О, Оля, какая усатая женщина. Надо последовать за ним. Я согласен на 100%. Вот этот кабан, он по-любому что-то скрывает. Джафар куда-то пропал. Скользим, Барбие, быстрей. Следуем за ними, они не поймут, что это мы. Мы как ассасин. Мы как Дезмонд. Продаются прекрасные ковры. Ручная работа. Спасибо, брат. Спасибо за информацию тебе, друг. Когда-нибудь я обращусь к тебе за твоими крутыми коврами. Опа, опа, сделочка, сделочка. Ну-ка, ну-ка. И что тут, слежечка продолжается, продолжается. Они решили обронить на меня ящик, значит, да? И ты думаешь, это то препятствие, которое сможет остановить саму Барби? А? Ну все, понятно, Джафар уже переместился... два Джафара. Так, два Джафара размножаются. Видимо, тактика клонирования применяется. Ничего. Мы просто проскользнем, потому что враги безглазые. Слава богу, все без глаз. Так, давай сюда двигаемся, значит. Опа, мне нравится вот этот шум улицы сделан. Прикольно, как каких-нибудь пиратах Карибского моря первой части, да? Я имею в виду игре о корсарах. О, давай, давай. Супер стелс! Yes! Стелс, который мы заслужили. О, да! О, да! Интересно, что они делают? Ковры продают. Че, нет? Магическое оружие вроде как мутили. Ля какая, смотри. Ничего себе шапка. Он говорит, эй, туда пройди, блин, там по базаре. Ну вот, давай поговорим. За ней думаешь? А он думаешь, ей что-то передал? Блин, так вот откуда ассасины реально брали вдохновление. Вот эти вот пейзажи. Тут видишь, прям реально стелс один в один. А чё вот этот вот горшок подсвечивается? Это что-то значит? Мне просто очень интересно, вот этот чё? Наручный глайдер. Так, не, мне глайдер не надо. А, помада. Нормальное место, но мы найдем лучше. Так, ладно, ничего, да нету. Так, жаль, жаль. Вот этот хочу проверить. Отвернись, брат! Я хочу проверить! Отвернись! О, спасибо! Вот это чё? Ничего, блин, ничего! Уходим, уходим, пока он нас не спалил! Уходим! Уходим, уходим, пока он нас не видит! Уходим! Дерзко, жестко! Так, стоп, стоп, направо! Поворот! Так! База странно подсвечивалась просто! Интересно было! Куда эта дамочка двигается, а? А? Давай, давай, прям за ней, прям за ней. Справа еще одна угроза. Он может нас спалить. Так, что-то, что? А, мы просто спалили еще одну дверь, куда она пошла. Узбекистан прекрасен, ребят. Узбекистан волшебный. Так, двигаемся сюда, налево. За ней, за ней. Так, что-то какое-то затишье. Я думаю, затишье перед бурей. Опа. Видимо, огромная какая-то локация. Целая страна, наверное, сейчас прогружалась в Барби. Ей в голову заносили данные следующей улицы. Ля, ну ничего себе она, блин. Ля, ля, возле Джафара там. Что ты, Барби, подожди. Ты хочешь, чтобы я в обход все это сделал, да? Всю эту грязь, ты имеешь в виду слежку. Я ее называю грязью, потому что мы, считай, пытаемся рыться в черном, грязном, вот этом, точнее, белье. Хоть нужно перебраться и туда. Злодейство рассекречиваем. Да я уже понял давно, что туда пробраться. Ты мне еще бы катсцену эту 10 тысяч лет показывала. А можно как-то быстрее двигаться? Сколько у меня звезд в руках? И, кстати, они сыпятся именно после, когда я колбаской кручусь. Так, тихо, тихо. Ля, там слева, блин. О, Джафар, привет. Он не увидел меня из-за того, что я перекатами действовал. Понимаешь? Он такой, типа, воу, воу, что-то тут пролетело. Перекати поле. Пролетела муха. Что-то здесь было явно. Вот где-то боковым зрением какое-то фиолетовое пятно вижу. Но это там, наверное, и был ковер какой-нибудь. Так, опять о чем-то договариваются они. Ага. Ого! Секретное заковерье! Так, брат, все, до свидания в секретное заковерье тоже. Так, тихо, тихо, тихо. А как туда попасть-то? Во-во. Давай, что такое? Ты хочешь с ним побеседовать? Какие символы пароля?
Символы пароля. Щелкни по красной галочке, чтобы проверить твою комбинацию. Так. Если она правильная, ты решишь загадку. Если она неправильная, попробуешь еще раз. Я не понял, что вижу, но сейчас разберемся. Символы, которые находятся на правильном месте, автоматически появятся в следующем ряду. А. Если символ пожелтел, то значит он правильный, но не на правильном месте. Попробуй использовать тот же символ на другом месте. Если символ покраснел, значит он не используется в пазле вообще. О. Помни, символ может использоваться больше одного раза. Красная, смотри, красная. Неправильно, значит? А пожелтела, значит, не на том месте. Ну, в принципе, изи, кошечку. Все, я выполнил. Хорошо, можете пройти. Ай, жесть, головоломка, блин. Надо очень великий IQ иметь для такой головоломки. Наверное, 37/7. Не знаю, это вообще нормальный IQ. Может, это умственно отсталый, не? Эй, Барби, может, мы используем микромагнитофон в помаде, чтобы следить за беседой преступника? Хорошая идея! Микромикрофон! Отличная идея. Магнитофон! Где мы оставим помаду? Помаду, она давай. Она должна быть где-то на открытом месте. Да, на столе. Чтобы мы все четко слышали. На ящике или столе, где хочешь. Давай вот тут, возле компьютера оставим. Нормально. А мы посмотрим, как хорошо работает эта помада. Ну-ка, прекрасно. Ну-ка. Тут отличный прием, и никто не заметит. Советуйте еще разные игры врачи. В комментариях обязательно. Я же у вас беру их, так что Барби, обязательно всегда как... из детства не обязательно Барби, магазин. Но можно и Барби. Он вызвал службу безопасности, и теперь там полно охраны. В комментариях. Может, ты сможешь пробраться в корт с крыши? Смогу, конечно. Вот в эту дверь мне сейчас. Опа. Опа, чек. Лумшоп, значит, да? Ага, 5 625 долларов. Многовато, что же столько может стоить? Невидимая краска, ковер, плитка. Мне нам нравится, нужно что... надеть мой спортивный костюм. Так, а я в каком спортивном? А, типа другой. А, это костюм для прыжков, я понял тут задумку. А то был костюм для перекатов. Пам-пам, двигаемся, Барби! Паркур пошел, ова! Прыжок, так, а куда? Подожди, что-то какой-то тупик, куда здесь... Наверное, вон там все-таки, за кустом. Мы сейчас... Нет, не за кустом. А что такое? Куда на Барби? Барби, непонятно. Следы шин. Следы шин. Наверное, наш незнакомец ехал на машине или на грузовике. Так, так. А как туда попасть, Барби? Непонятно. Но это что мне дает твои следы шин-то? Смотри, тупик и с другой стороны тупик. А назад я не могу. И что это? Так, я что, тупик пришел? Барби, наверное, надо эту дрянь, да, все, понял, Барби. Так, вот, да, все, поехали, Барби, вперед, время кнута. Давай, я тебе специально рот свой закрыл, чтобы ты поверил мне, что это не я делаю. Так, а вот туда можно, я туда перепрыгну, куда машина уехала, ну-ка. Невидимые стеночки, понятно. Все предусмотрели-то, я смотрю, все предусмотрели. А я хотел сразу за машиной. Но, видимо, не получится у нас сразу за машиной. Так, сюда. Опа, паркур. Так, тихо, надо по крышам, жестко, Джафар, ты меня не заметишь. Да, давай, блин, жалко, не катсцена. Прикинь, Джафар стоит, камера снизу, и там Барби такая... Перепрыгивает. Вот это, я понимаю, было бы здорово. Жалко, что нам этого не показали, но мы зато это сами исполнили. Привет, Джафары. Блядь, пизда. Почти удалось. Почти удалось, да я куда-то поторопилась, согласна, Барби? О, ты меня сразу выставила на нужную траекторию. Так, это уголок не то. Так, это что, куда? О, а тут смотри, что-то спрятано за углом. Ну-ка. Ага, Джафары повсюду. Мне не уйти от них. Так, красные клоуны. Да я понял, куда паркурить. Но спасибо большое за объяснение. Мне нравится, что в Ассасине реально точно такие же пролеточки. Так, опа. Ой, а чё я такой громкий? Та-та-та-та. Не надо быть таким громким. Опа. Нормально справляемся. Это мы типа срезаем путь, чтобы машину догнать. Я правильно понимаю? Привет, кто там? Привет, это я, забыл. Владелец магазина Кани сказал, что видел тебя на рынке Мажестик. Ну, а он у себя. Зайди к нему. А, это просто способ зайти к торговцу у меня такой. Что такое? Что стоим, Барби? Мне нужно сменить костюм. А, сменить костюм. Ну, мне вот этот зеленый нравится. Он такой, как у бабушки, балдеж. Так. Эй, торговец, блядь. Вот этот, ларец. А, это дверь, который продавал. А, вот ты, что ли?
Здравствуйте, как прекрасно вас видеть. У меня есть для вас особая ткань. Сегодня трое странных людей попросили меня сделать ее. Неплохо, правда? Кажется, она переливается и блестит на свету. Может, хотите посмотреть поближе? Хочу, хочу, та самая. Спасибо. Ух ты, какой отличный кусок ткани. Да-да-да, невидимый Барби, типа. Барби, может, попробуешь использовать свои розовые очки на одежде? Может, мы найдем подсказку? О, хороший совет, Барби 2. Отличный совет. Итак, дед, что скрываешь? Опа, след нашел. Смотри. Это же проливает новый свет на вещи. Черепаха. Подожди, где я это уже видела? Хомяк. Я знаю, я видела такой же символ. Змея люстра. В египетском шпиле в саду посольства в Париже. А-а-а. В Париже? Вон оно что значит. Этот как? Помада магнитофон. Из «Звездных войн», как там? R2-D2, бля. Хорошо, теперь, как говорю, в безопасности, я могу рассказать вам, что я обнаружил. Четвертый ингредиент — это редкое растение под названием небудь. Небудь? Нет. Так, нет. Да, небудь. Оно растет только в одном месте земного шара. Так, где? Дед, говори, где? Срочно! Что это было? Кажется, к нам гости. Надо пойти проверить. Блин, тебя убьют, дед! Не подходи к двери, нет! У нас есть еще один ключ к разгадке. Теперь все, что нам нужно, узнать, где растет это растение. Небудь. Да, дед отошел просто от телефона, и мы теперь не знаем. Отлично. Так что, символы полностью совпадают? Лыса, да, что делать? Я думаю, нужно отправиться в парижское посольство прямо сейчас. О, правильно! Хорошо, поскольку Эмиль Бюссон снова объявилась в Париже. Эмиль Бюссон. Хорошо, Бекки. Ты узнала что-то о растении небудь? Нет, мы ничего не обнаружили, но мы получили известие от человека в Нью-Йорке, и кажется, они вышли на группу, которая интересовалась этими ингредиентами в Египте. Так, кажется, так. Лидер группы известен как Хамелеон. Опа. Теперь у нас есть имя. Он себе делает костюм, чтобы быть хамелеоном, прикинь? Может быть, нам стоит вернуться к миссис Танака? Она много знает про египетские растения. Может, и стоит нам вернуться к миссис Может, Танака? Может, что-то об этом растении небудь? Так. Это все отличные идеи. Сука. Так куда мы отправимся сейчас? Искать Эмиль в Париже или к миссис Танаке в Токио? Или в Нью-Йорк? Вот человек, на котором тестируют всю косметику, а вы все животных защищаете. Так, отправляемся тогда, отправляемся. Девчонки, разойдитесь, и вам бы уже горелые стулья поменять на нормальные. Итак, дайте мне только подойти к этой карте, и я все быстро разрешу. Дайте сюда, давайте сюда ее. Так, давай сюда. Когда будешь готова уйти, открой так. Карту и выбери мышью место, куда хочешь отправиться. Я уже готова, открываю мышью место. Мыша место, поехали. Я уже вот, подошел. Ого, сколько мест. Так, ну это я так не знаю, что это. Нью-Йорк, это Япония опять. А это что? Где мы были в Египте? Это не Египет, а это Франция. Go for France. Мне нужно надеть официальное платье. Официальное платье. Вот это вот тигриное, блин. Но не тигриное, а нормальное платье. Самое чутенькое. Во Францию, в посольство отправляемся. Все как и договаривались. Правильно, на самолете. Потом, конечно же, надо где-то высадиться далеко от Парижа, чтобы заново сесть в другой самолет, спрыгнуть на парашюте, переодеться. Так. Мы тут пробрались ночью нет. в посольство, Барби, прикинь. Тут везде детекторы движения, будь осторожна. Так не, мне не страшно. Детекторы движения, это чисто вообще угар для меня сегодня, новый костюм. Так, поехали. Опа, колбаска, тактика колбаска. Раз, тактика колбаска выполнена. Изящное проникновение внутрь. Тактика колбаска 2. Так, камера ебаная, поломанная. Так, все нормально, справился. Итак, здесь не получится тактикой колбаской ничего сделать. Нужен план, девчонки. Далеко, так, далеко. Что сделать здесь? Так, стоп, как это выключить? Мне нужен совет, Барби. Нам нужно вернуться в сады. А, мне надо было в сады, все, понял. Так, сюда, опа. Так, все хорошо, сократил только. А, нет, мне надо было в обход. Вот, сука. Они все предусмотрели, чтобы Барби не попала внутрь. Ну ничего, они плохо меня знают. Так, все хорошо, тихо, девочка, тихо. Тут же лазер не шакали. Да блин, камеру, кто научил вас переключать камеру? А-а-а! Чёртова башка твоя, Барби! Чтоб у тебя прическа сгорела от этого лазера! Чё за говно ты делаешь? Твои звездочки такие милые! Я забываю про агрессию, которая только что у меня была, но она прошла. Ха! Нормально, пробрались, итак. Опять идем. Блин, они используют одни и те же локации, разработчики игр. А вы хитры, я смотрю. Я вижу вас. Я читаю вас. Вы хотите экономить, Барби, да? Барби, постарайся не коснуться лазерного луча, иначе у нас ничего не выйдет. Я уже как бы тут была, понимаешь? Не надо меня учить вот это вот. Вот так вот стоим. Кто-то свистит здесь. Окей.
Меня это ни капельки не пугает. Барби знает свое дело. А-ау. Что такое, охранника боишься? Да он невидимый наполовину. У него глаз нету, надеюсь. Так, опа, вот он, смотри. Он что-то тут задумал. Эта территория пока закрыта. Ага, ты кому? Ты мне? Это, сука, гуль вонючий. Так, эта территория пока закрыта. А мне надо на улицу именно пробраться или тут что-то украсть? Да что надо, блядь, дед, нахуй? Эта территория пока закрыта. Да что надо, отъебись, я за ящиком. Ты меня не... Ты тут самый зрячий первый человек, блядь, на планете. Так, тихо. Опа. Да блин, торопиться начинаю. Но я так верю в свою победу. Я знаю, надо сразу вот сюда за ящик просто, и все. И вообще никаких проблем не будет. Я спецагент Барби, не забывайте. Я знаю, что делаю. Вот так-то, видали? И он такой, а тут никто за ящиком у нас не сидит? Нет, никто не сидит, мистер. Пройдите дальше, пройдите нахуй. Так, мистер, вы прошли нахуй, это правильно. А мне надо вот в ту дверь дальнюю, секундочку. А-оу, так, все нормально, теперь никакого а-оу не было. Мы снова в этом саду с бомбоубежищем. Или это другой какой-то сад? Нет, тот же самый. Охранники. Постарайся остаться незамеченным. Да вообще изи, Барби 2. Обращайся, звони все время. Так, они хоть и невидимые, но я их все равно вижу. Они используют краску хамелеон. Значит, все они в сговоре. Посольство, мистер хамелеон и все остальные. Так. А можно я сократить как-то быстро? Ты ничего не видишь? Ты ничего не видишь? Паркуем свое очко здесь, в уголку. Все нормально, он сейчас пройдет мимо. Не паникуй там. Я вижу, как ты трясешься. Не паникуй, все нормально. У меня все всегда под контролем. Да неужели мы опять к этой вазе движемся? Реально? Мы хотим опять сюда? Нет, в этот раз нет. А куда я иду тогда? Подожди. Тут же, хрень какая-то полная. Что тут делать-то? Вот в этот замок? Замок. Почему я это замком вообще назвал? В эту дверь? Это не дверь, это окно. А-а-а! Мужичинка! О, нормально. Так, подождите. А что делать-то? А-а-а! Шпиль! Она говорила, на шпиле я видела символы. Вот шпиль. Что дальше? В этой загадке используй мышь, чтобы щелкать по символам. Когда ты это сделаешь, ряд повернется и значки изменятся. Я помню сам. Если ты изменишь все ряды, чтобы они показывали нужные значки, ты решишь загадку. Я сам все помню! Тихо. Так, смотри. Тут, короче, было... змея, тут черепаха, тут вот такая. Тут был, короче, сейчас скажу. Нет, вот такое было. А тут вот змея, вот, видите, как я умный. А тут отличается, думая, тут что-то спрятано. Ух ты, скрытый туннель. Давай проверим. И охранник такой дальше просто работает, ходит такой, ебать. Охраняем дальше. Открылось. Наверное, древняя система лаганула. Так, мы пробрались. Желтый мой костюм. Опа, чтоб я сливалась со стенами. Вы думали, что я проберусь здесь? Я проберусь здесь. Я Барби. Я упала на пол и не смогла подняться назад. Поэтому начнем, пожалуй, заново это испытание. Да я думаю, у Барби такой голос в фильме, я просто не смотрел. Так, тихо. Тихо. Барби умеет сокращать свою дорогу и падать на хуйню какую-то бетонную. Но, это, видимо, какая-то кислота. Так, ладно, все, аккуратно, Барби. Все. Да ебаный рот, ты что, Барбичка? Барбичка, малышечка, ёб твою мать, соберись. Давай. Малышка моя. О, молодечек. Все, я пошла отсюда. Вот это ты королева, конечно. Блять, сквозь текстуру, видали? Сквозь текстуру упала. Дает, девчонка. Так, тут давай. Оба! Молодец! Силу применила. Оба! Молодец! Вот тут, конечно, подстава. Ты видал? Давай вот так наискось ебанем. Отличный план. Да ебаный рот! Что ты делать-то будешь? Барби, соберись давай, носки заправь нормально там. В штаны, точнее, в носки, чтобы клещи тебя не кусали. И помчали. И вперед, вот. Так, надо не ссать, поглубже туда запрыгнуть. Во, нормально. Так, и тут, смотри, уступчик специально для Барби. Опа, нормально, мы попали внутрь. Мне нужно сменить костюм. А, официально, да, теперь? Чтобы человек, который там сидит, такой... А ты откуда тут взялась-то, блядь? А, на тебе рубашка! Да ладно, тогда вообще не имеет значения, если бы ты была в спортивном костюме. Или вот в этом своем фиолетовом дурацком костюме, когда ты колбаской катаешься. Тогда это было бы очень подозрительно. Но сейчас это нормально. Так,
Итак, смотри, опять ковры или это деньги сушатся? Возможно, это деньги сушатся. Опять, короче, этот тайник тут затайничен, да, запрятан. Какие-то чемоданы, ложки, кружки. Что-то странный хамелеон, если это хамелеона секретная, конечно, штука. Так, ладно, что делать там? Ну, наверное, к сейфу подойти. Или, наверное, вот так. Опа, 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 тихо, тихо. Вот оно. Вот оно, вот оно, значит. Окей, давай подойдем. О, оно вон как, смотри. Там, короче, типа картина, а на самом деле там вообще не картина, смотри. А, во. Так, перелистнулось. Смотри, что-то. Раз, два, три, четыре, пять. Второе, первое. Второе, третье. Так, чё? Окей. Надеюсь, я что-то понял. Так. Ща. Я забыл. Ну-ка, меняй. Ага. Чик-чик. Это я на глаза свои сфоткал. Так. Сюда. Отлично, Барби, ты справилась. Блин, крутая игра вообще. В детстве я бы прям... 2001 год для девочки. Вроде меня вообще вот так вот. Пацаны, завидуйте. В чего вы там говно какое-нибудь играли в Warcraft 1? StarCraft, а не пусть... Ха, это платье для Камелии. Ага, так и что там? Это какой-то исследовательский документ. Кажется, они очень интересуются загадками Древнего Египта. Бьюсь об заклад, пятый ингредиент где-то в Египте. В Египте опять? О, сука! Пятый, не забудь, да, вот этот вот, цветок не забудь. Или кто там? Незабудь какой-то был. Так. Что скажет наша команда? Это все отличные идеи. Так куда мы отправимся сейчас? Египет. Искать Эмиль в Париже или к миссис Танаке в Токио? Или в Нью-Йорк? Мы уже были в Париже только что. Это был не Париж? Это был не Париж. А что это было? Так. Ну мы сейчас выберем, куда идти. Но, правда, это сделаем в следующий раз. Так, спасибо большое, ребят, огромнейшее за просмотр. Если хотите еще Барби, либо других каких-то игр, да, я буду смотреть, что вы предлагаете в комментариях, что самое залайканное. Буду, конечно же, больше всего обращать внимание. Спасибо большое за просмотр. Обязательно ставь большой палец вверх, подписывайся на канал, жми на колокольчик, включай все уведомления, а также подписывайся в группу ВК, Телеграм. И можешь поддержать меня на Бусти. Подписочка всего лишь от 49 рублей. Зато ты мне поможешь выпускать это летсплей пожизненно. Спасибо тебе огромное за просмотр. До встречи.